В этом году День студента прошел под названием «Лабинск. Город талантов». Всех собравшихся в зале приветствовал заместитель главы города. Александр Семеряков отметил, что у лабинских студентов есть возможности и учиться, и работать, и развиваться. Приятнее находиться сегодня в этом зале, поздравить вас, уважаемые друзья, с вашим профессиональным праздником, потому что, кто бы что ни говорил, но это самое замечательное время, студенческие годы. Время молодости, общения, когда присутствует любовь, романтичность, знакомство, а впереди ждет вас, я уверен, самая интересная, хорошая, насыщенная, более взрослая жизнь. В 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. Так началась история праздника, который сегодня именуется Днем студента. Это один из самых любимых праздников у студентов. День студента – это очень важный праздник для каждого студента, который, можно так сказать, объединяет нас, дает волю своей фантазии, можно немного побыть самим собой. День студента для нас – это очень большой праздник, ну, непередаваемое ощущение. Много разных мероприятий, в которых мы участвуем, много там праздников, которые мы планируем и сами делаем их, сами распределяем. День студента – это самый веселый праздник, который мы вот сегодня будем отмечать, будем по полностью себя показывать, петь, танцевать там. Студентам будет очень здорово. Кто был студентом, они нас поймут. День студента призван объединить талантливую молодежь города, помочь ей сблизиться со сверстниками, творчески реализоваться. Город Лабинск богат не только спортсменами, и творческая молодежь у нас, конечно, нас радует, и студенты принимают участие со всех наших СУЗов города Лабинска. Это Лабинский медицинский колледж, и аграрный техникум, и Лабинский социально-технический. Молодежь – это не артисты, это просто талантливая молодежь. Кто-то споет, кто-то станцует, кто-то выступит в вокальном номере со своей группой. И мы даем нашу возможность для нашей молодежи раскрыться, и чтобы все свои таланты они только показывали, но ни в коем случае не оставляли у себя, а развивали их вперед. Уважаемые студенты, дорогие земляки и все те, кто когда-то соприкоснулся с этим замечательным временем студенчества, позвольте от лица главы города Лабинска Алексея Николаевича Матыченко и от себя лично поздравить вас с этим замечательным праздником, Днем российского студенчества. Всех женщин с именем Татьяна поздравить с этим праздником, потому что это великое имя, которое всегда помогает и поддерживает российских студентов. С праздником вас, уважаемые друзья! Наталья Твиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Алабам».